Размер, конечно, мы можем размер уточнить, да, размер головы от романтика, это в принципе стоит сказать сразу. Так, губы с влиянием R, маленькая грудь от маленькая грудь от гамина. У романтика она чуть более выразительна. Вот здесь можно сравнивать, смотреть. Но у гамина она начинает равномерно полнеть, а у романтического типа она остается легкой. Поэтому там, смотря в каком весе сравнивать, то гамин побеждает, то романтик. С фигурой вообще вопросов не было, пишет Ирина. Я бы тоже грудь больше романтику отдала, чем гамину. Но давайте разберемся. Мы не путаем с вами тип полноты и размер груди. Или форму груди. Потому что вы сейчас, так сказать, говорите мне о том, что грудь не полнеет в более, так сказать, ну, в более, в большей полноте. А я вам говорю о том, что изначально вот эта часть тела с более, так сказать, легкой грудью, она пришла именно от гамина. А уже при полноте, да, мы видим, на нее накладывается сначала равномерная полнота гамина, а потом романтическая полнота, да, которая усиливается в нижней части. Сохраню эту фотографию, картиночку, чтобы... Давайте. Так. Мы можем вернуться и посмотреть, да, потому что здесь... Были фотографии, я посмотрю, где можно. Да, практически Елена сейчас озвучила мои слова. Форма изначально, верхняя часть идет гаминная вместе с грудной клеткой, с грудью, с формой плеч. Но полнеет по типу романтика, и поэтому мы видим такую разницу между верхом и низом. Так. Что нам понадобится сейчас? Сейчас нам понадобится лицо и желательно хорошая фотография без оправы, полностью открытое лицо. Сейчас мы найдем с вами, да, у нас были такие примеры. Ну вот мы можем взять вот эту картиночку, одну из, да, хотя здесь улыбка. Улыбка будет нам мешать разобрать. Сейчас посмотрю, есть ли еще. Так. Но вот здесь вот улыбки уже нету. В принципе, можем с этой фотографией пока поработать. И посмотрим, что мы можем открыть. Мы можем открыть сначала две фотографии, две картинки вот такого плана, да? И посмотреть на нашу модель с позиции черт лица двух чистых типажей. И попробуем понять, что же откуда пришло? Так, Анастасия пишет, нижняя губа вывернута, как у гамина. Нижняя губа. А, вот этот вот, да, вот этот эффект, сейчас проверим, о чем мы говорим, да, вот этот эффект, сейчас, секундочку, да, я прошу прощения, нарисую его прямой линией, вот об этом вы говорите, правильно? Правильно? То есть она более острая, нижняя губа. Верхняя, наоборот, как будто бы более плавная, но есть все равно. Есть такое ощущение, что есть смешение там и там. И причем на некоторых фотографиях губы выглядят больше похожими вот на романтическую линию, более плавными. На некоторых фотографиях мы видим, да, у нас четко вычерченная вот эта линия. А почему он удлинен? Ирин, почему, в принципе, он у вас удлинен? Давайте я открою, может быть, драматические черты и натуральные для того, чтобы еще с их позиции посмотреть. На нашу героиню, да? Так же, как
губы уже, чем у гамина. Из-за легкого подбородка губы смешанные. Из-за узкого лица такой эффект. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас что-то, что будет работать, резонировать с драматическим лицом, либо с натуральным. Прошу вас, пожалуйста. Давайте сначала посмотрим, есть ли у нас присутствие драматика. Простой-простой вопрос. И напомню вам, да, о характерной особенности. Мы помним, что драматик, естественно, еще и, ну, дает нам, ну, я утрирую, да, уж, простите, да, вот такой эффект удлинения. Допустим. Есть что-то, что мы можем сказать, что вот, вот она прям прямая бровь, и я вижу, что вот она вот здесь у нас работает. Вот он длинный рот, как вы говорили в самом начале, да? Вот он драматический там длинный рот. Помните, очень настаивали на этом. И прямые брови. А может, рот просто больше, но если не брать полноту губ, я изначально увидела рот драматик. Ну, а в чем вы увидели рот драматика? То есть проанализируйте, потому что если вы цепляете... Вот это очень важный момент, да? Если мы отсматриваем что-то и видим это на одной фотографии, на другой, на третьей, значит, нам не показалось. Но если на одной фотографии человек немножко сделал такую, да, как сказать, растянутую улыбку, и мы уже реагируем на нее как на длинный рот, вот на этом надо себя поймать и постараться не делать выводов из одного впечатления, а прежде чем проверить, проверить, проверить. Да-да-да. Это я больше даже к стилистам, Ирин. То есть в том плане, что вот не сразу не ставить штамп, что ой, там был рот, я видела на одной фотографии рот драматика, значит, точно драматик, а вот на другой фотографии на одной я видела прямые брови, все, все, железобетонно, драматик там есть. Хорошо, с драматиком разобрались. Есть ли присутствие натурала? Помимо того, что многим сразу начинает казаться, что как только у нас округленное лицо, сразу натурал. Да? Вот как только лицо становится более плавным, более широким из-за полноты или чего-либо еще, сразу натурал. Вот это сразу исключайте, смотрите именно на черты лица. И если нет у нас драматика, и мы можем его спокойно отпустить, то тоже важно этот момент отследить, да? Какой у нас нос? Можно ли его соотнести с натуральным или нет? Кто-то говорил, что широко расставлены глаза, мы замерили уже, тоже посмотрели, да? Брови тоже из другой истории. Тоже плавные, но здесь дуга у нас достаточно размашистая, да, идет вверх. Здесь у нас плавно дуга каким-то образом, да, огибает. Да? С одной стороны более сильно, с другой стороны более, так сказать, покат. Отпускаем, кто согласен, что мы можем эти два типажа отпустить и в фигуре, и в лице, поставьте, пожалуйста, плюс, и будем смотреть дальше уже, как именно смешались черты лица внутри внешности нашей героини.